Ты, падре, сам-то когда отдавать надумаешь? Открылся на наше свидание деньги. Я знаю, он тебе свою долю простил. Мою придется отдать. Это официально нигде нет. Не рискуй. Тебя официально тоже может нигде не стать. Вы знали, кто этот Эдик? Морозок этот Эдик. Бывший ОПГ, легализовался. У него теперь сеть аптек по городу. Я лекарства не произвожу, я их продаю. Человек слаб. Слаб только раб. Вот здесь, внутри слаб, понимаешь? Только не бухай на рабочем месте! Везете куда? Искать верблюда. Я тебя найду, сука! Не осложненный, стабильный перелом C1-C2 позвонков, закрытый перелом ключицы, не туда. Каким образом Маликов Андрей Петрович за машину, не подлежащую восстановлению, должны мне 10 миллионов рублей? Что, добухался? Куда вы меня бьете? Могилу себе будешь копать, дурак. Ты кто? Ты художник. Только цена твоя ноль. Вот сдохнешь, может быть, твоя цена вырастет. Да не все в жизни через ваше бабло меряется, Эдуард Сергеевич. Все. Эгоизм и сила. Вот вонючая философия этой планеты. Попадай, скрывайся. Теперь это твой кабинет. Не надо мне никакой... Надо. Дочку свою я когда могу увидеть? Никогда. Я не животное, Эдик, я девочка. А он привлекательный мужчина. Он привлекательный. Он бомж. Бомж суицидный. Стоять! Напоминаю, что у нас сегодня в гостях человек, который упал с 18-го этажа и чудом остался жив!